Всех приветствуем, база 7 Motors. У нас сегодня вот такой автомобиль в работе. Пробито две двери, выбита подвеска, разорван подрамник. Будем менять полностью подрамник, всю правую сторону. Все запчасти к нам уже пришли. Они у нас тут лежат. Приступаем к работе. Пока все демонтируем. Потом будем устанавливать. Сняли с автомобиля выхлопную систему. Немножко от удара пострадала правая задняя банка. Также сняли с автомобиля всю подвеску полностью. Задний подрамник. Сейчас будем все пересыпать с левой стороны. Пневмобаллон. Всю сторону полностью. Редуктор на новый подрамник и также всю правую новую подвеску. Продолжаем. Собрали всю заднюю подвеску. Вот так это все выглядит. Установили редуктор. Все на своих местах. Сейчас будем устанавливать его автомобиль. Старый подрамник у нас идет металлолом. Все, что с него было целое, мы поснимали. Переставили. И сейчас будем устанавливать. Подсобрали заднюю подвеску, все установили на свои места. По просьбе заказчика пневмобаллон он не нашел. Поставили пока такую приблуду, чтобы автомобиль стоял ровно. Старая у нас подвеска, вся оторвана, идет в мусор. Здесь сейчас пропылесосим, все уберем. Пневмобаллон оставляем заказчику на ремонт. Привод по его просьбе оставляем заказчику. Он его сдаст на дилерство. С этой стороны также все собрано. У нас осталось установить выхлоп. Вон он там впереди. Сейчас установим выхлоп, установим колеса. И в принципе автомобиль будет у нас готов. Пропылесосим уберем, заказчик может забирать. Такие вот услуги предоставляем. Если кому нужно, обращайтесь. Всегда рады помочь. Кончили работы по джипу. Установили всю заднюю подвеску, установили выхлоп. Колеса, все на своих местах. Шланги, все, что требовалось, поменяли. С этой стороны пневмо установили. Все убрали, почистили автомобили. Сложили все в коробку, все запчасти, которые были. Колесо, пропылесосили стекло полностью. Все, автомобиль стоит на своих колесах. Сняли его с подъемника. Так это все выглядит. Все, выкатываем, ожидаем заказчика, будет забирать. Ребят, в общем, вот такие услуги мы оказываем здесь у нас на базе США. А если вдруг вы покупаете автомобили со страховых аукционов, у вас нету бодишапов, у вас нету места, где ремонтировать, вы можете привозить, всегда договориться с нами, мы сделаем вам всю основную работу, поставим автомобиль на ход, чтобы вы далее могли там его передвигать у себя по месту. Есть вопросы? Вот наш номер телефона. Пишите. Всегда всем поможем, подскажем. У нас имеются и подъемники, чтобы снять ваш автомобиль, и переталкивать и так далее. Также у нас имеется магазин автозапчастей. Ссылочка на него всегда закреплена, если вдруг кому-то нужны запчасти. Ну и вообще мы помогаем со всем. Same Motors.